Митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор возглавил чин освящения Георгиевского храма в поселке Афипском, после чего была совершена божественная литургия. Церковь в честь великомученика Георгия Победоносца впервые была возведена здесь в середине XIX века. В 30-х годах века 20-го Дом Божий был полностью разрушен, даже фундамент уничтожили. И вот сегодня храм отстроен заново. На историческом событии его освящения побывали наши краснодарские коллеги. В последнее воскресенье ноября жители поселка Афипский встречали правящего архиерея Кубанской епархии, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Встречали у нового Свято-Георгиевского храма, вознесшего свои купола в самом центре казачьей станицы. Встречал владыку лично глава администрации Юрий Коваленко. Прибыл сюда правящий архиерей, чтобы возглавить чин освящения нового храма в честь великомученика и победоносца Георгия. Почти 10 лет возглавляет приход протоиерей Андрей Бятец. На его плечи и легли основные заботы по строительству Дома Божия. В белых фартуках с молитвой на устах священство приступило к освящению престола. Первый приход в казачьем поселении был образован еще в середине 19 века. 22 апреля 1851 года военный совет при государе императоре Николае I постановил учредить в Георгиево-Афипском укреплении церковный причт по штату, существующему для укрепления Черноморской береговой линии. Именно это событие положило начало церковной жизни сначала в укреплении, а затем и в казачьей станице. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В чине освящения храма обязателен крестный ход с частицами мощей святых угодников Божиих. В конце крестного хода звучит архиерейская молитва у западных врат храма. Сам человеколюбче владыко, призри на ныне грешны недостойны рабы твоя, обновление празднующие честного храма, святаго великомученика и победоносца Георгия. И, наконец, коленопреклоненная молитва у освященного престола. По завершении чина освящения владыка Исидор возглавил божественную литургию, участие в которой приняли присутствующие священники. Настоятель отец Андрей Бятец, настоятель Краснодарского кафедрального собора отец Игорь Алжабаев, благочинный отец Алексей Серов, референт митрополита отец Владимир Кириченко. Жертвователи святого храма сего. Ради праздника много было причастников, особенно детей. Так что причащали сегодня из двух чаш.